Это Маша. Она мечтает стать юристом. Это Настя, ей нет равных в биологии. Паша с Димой. И, кстати, они не ботаники, они математики. А это Макс, школьный рок-звезда и отличный друг. Каждый из нас особенный. И нет разницы, инвалид, не инвалид. Люди так не делятся. Государственная программа «Доступная среда». Учимся жить вместе.